Айда Обама, айда сукин сын. Президент Филиппин попытался уладить международный скандал, который сам же спровоцировал своими резкими речами. Родриго Дутерте, хотя и обозвал Барака Обаму сукиным сыном, но весьма об этом сожалеет. И чтобы уж наверняка не опозориться, в этот раз объясняться заставил своего пресс-секретаря. Президент Дутерте объяснил, что на резкие комментарии в адрес Обамы его спровоцировали замечания журналистов, которые спросили о намерениях президента США поднять тему внесудебных казней. Президент Дутерте сожалеет, что его слова привели к таким последствиям. Он относится с большой симпатией к Бараку Обаме и настроен на продолжение партнерских отношений между странами. А началось все, напомню, еще накануне, в преддверии открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и их партнеров в Лаосе. Дутерте и Обама должны были провести переговоры. Президент США хотел поднять тему массовых расправ над подозреваемыми в наркоторговле. С ними активно борется президент Филиппин, который пришел к власти в мае. За это время без суда и следствия в стране убили несколько тысяч человек. Но отчитываться за свои действия Дутерте ни перед кем не собирался. Я президент суверенного государства. Мы уже давным-давно не колония. Я не отвечаю ни перед кем, кроме народа Филиппин. Нужно проявить уважение. Не надо просто бросать на ветер вопросы и утверждения. Сукин сын, я прокляну тебя на этом форуме. Реакция Обамы ждать тебя не заставила. Он хоть и назвал филиппинского коллегу колоритным парнем, но встречу с ним все-таки отменил. Вместо этого американский лидер решил побеседовать с президентом Южной Кореи. Правда, филиппинская делегация сегодня заверила, что переговоры Обамы и Дутерте все же состоятся только в другой день.